минут, точнее, наверное, полчаса. Давайте проведем собрание. Вот. Первый вопрос, который я хочу, это когда мы ставим ульту 25-ку? На четверг, если завтра поставлю, сразу закрыть все. Все смогут. Кто я не в отпуске сможет? Две недели, похуй. Я смогу. Егор, не факт. Как хуево. Столовку смотришь, да? Да. Холи Дэс, смогу. Ну все. Холи Пал. Хилы, танк есть, тогда похуй. Ставь Егор на четверг. Тогда Кару Икс ставь на субботу. Два статика поставьте там. Заебись, сможет, я там. И в субботу смогу. Так, а ну я прослушал. Завтра будет ульда. Ты сможешь, Кирюх, прийти? Я в отпуске. Я уже пришел. Танк в ульду, не знаю. Приходи, посмотрим по составу. Он там в чат пишет, видишь, вар новый. Я вот продавал. Этот вар, ну, мягенько сказать, он не очень. Ну, это чтоб я никого не обидеть, блядь. Потому что все знают, как я умею, блядь, красиво выражаться, он сейчас, блядь, уйдет в себя, вернется не скоро, нахуй. Ты охуел, говорит, я профи, блядь? Я не знаю, ну, блядь, ну он деревянный по пояс. Ну он 14. Деревянный же я, алё, ты чё, нахуй? Ну а ты полностью, а он просто по пояс. Ну, может, я вот, конечно, его не распробовал, блядь, его, но РБК был наоборот. Того, как по пояс, он говорил. Так, ты, давайте. Блядь, Пиноккио, а он, блядь, Буратино ебать. Определились, короче, с РТ в четверг. Так, второй вопрос, это вопрос дисциплины в рейде. Последнее РТ слишком дохуя, все, я смотрю, расслабились. Вы, наверное, привыкли, то, что я вас всех жалею и не даю никому КП, нахуй, за слаки, ебать. Это ладно, ебать, но пиздёж, все вот эти хихоньки, хахоньки, это, конечно же, круто, ебать, но вы слишком дохуя расслабляетесь, ебать, и начинаете творить хуйню. Из-за этого, нахуй, получаются какие-то ненужные вайпы, ебать. Причём на трэше какие-то лоховские, ебать, босса проносим нормально, а потом начинаете какую-то хуйню творить. Смотрите, на следующую КД, со следующего, я начну прям жестко хуярить ГП за всю вот эту хуйню, ебать. И прям, блядь, не так, типа, да, по сотке нахуй, а нормально, ебать. Так что, если вы, блядь, хотите попиздить во время трэша, там, посмеяться, поугарать, то вы хотя бы хуйню не творите, ебать, и не расслабляйтесь, нахуй. Это во-первых. Так, с этой хуйней разобрались. Второй, блядь. Извини, давай. Можно вопрос по поводу первого? А во сколько РТ завтра? Ну, у нас все РТ в час, мы два гильдия. Час дня по МСК, окей. Да, хорошо. Да, час дня по МСК. Так, второй вопрос. С сентября, я думаю, мы будем все основные РТ ставить в выходные, потому что много у нас студентов и шкил. Вот, так что... Не, ну, можно предварительно разговаривать перед этим, если, например, все будут приходить там четверг-пятницу, то можно четверг-пятницу, да, если да, нет, да, то как по бы... По возможности. Ну, просто вот, смотри, даже... Мне просто многие писали, что у многих учеба начинается, и многие тут в гильдии сидят, тут процентов, наверное, 30, это не ДВшники, это люди с МСК, а люди с МСК учатся по будням. Так что будем стараться ставить на выходные. Вы насчет этого повода не переживайте, мне многие писали, что с сентября в будни не все смогут приходить в час дня. Поддерживаю. Вот, так что да, это, короче, не проблема. Так, следующий вопрос. Вопрос вкладов в гильдию. Замечаю, что очень мало людей что-то кидает. Я понимаю, что, типа, блядь, у всех такие принципы, что, блядь, если, блядь, мне что-то не дают, то я тоже не буду давать. Понимаю, что никому сейчас не нужно ЕП, и поэтому, типа, вклады, блядь, как бы сейчас непрофитно вкладывать людям. Надеюсь, что с нового контента, когда мы срежем ЕП, у всех будет по нулям. Я надеюсь, что все будут кидать голду, реги, рецепты, там, всю хуйню для контента, ебать. И я сделаю, ебать, бесплатное перед РТ, будем делать отдельную ячейку в ГБ, как было на X3, кто помнит. Будем на делать, да, отдельную ячейку, открывать во время РТ по 2-3 снятия, там потики, фласочки, ебать, и давать бесплатно. Но это только будет при условии, что вы будете вкладывать голду, рецепт реги. Это будет, конечно же, блять, все нахуй поощряться. Смотри, вот. Саня, можно сделать так, как вот сделал тогда ArtStyle. И люди могут вкладывать не только баблом. Могут сами гриндить фласки и всю остальную хуйню, это тоже будет поощряться ЕП. Посидим, подумаем примерно, сколько по голде, ну, чтобы выходило, да, допустим, там, образно говорю, стак фласок, допустим, будет, допустим, приравниваться там
ко вкладу голды. То есть вы должны скинуть регами или, допустим, там, фласками, там, только голды, чтобы, типа, ну, допустим, вклад будет, допустим, 3000 голды, допустим, 300, образно. Мы еще не думали, но посидим, я замы и подумаю, образно. И вы должны скинуть регов настолько голды, ебать, чтобы, типа, эквивалента 3000, получите, допустим, 300 ЕП. Ну, я надеюсь, все поняли. Ну, грубо говоря, 3000 голды, 300 ЕП, соответственно, там, грубо говоря, там, 2 стака фласа каких-то закинул, блядь, и все. Ну, тем более, сейчас образно. С выходом нового контента фласки будут совсем другие. Я думаю, мы эти цифры пересмотрим, пересчитаем. Можно вопрос по поводу этого? Будет ли как-то ограничиваться в недельно максимально возможное, чтобы не было... Конечно. Сразу отвечу на твой вопрос. Да, эта ячейка будет открываться только во время артефакта. Не, он типа прав, да. Просто чтобы такого не было, что у кого-то будет 100 тысяч ЕП, у кого-то... Да, да, я про это спрашиваю. Это будет ограничено, но да, было тогда 3000 голды раз в неделю, это 300 ЕП, соответственно, вы можете делать вклад по фласкам. Ну, может, мы эту цифру пересмотрим, например, сделаем 5к 500 ЕП. Вопрос закрыт, неважно, сколько вы, главное, что всё. Раз в неделю. Так, второй вопрос, который я хотел бы озвучить, это... очень много людей просится, я смотрю в гильдию, я сейчас, правда, одного чела что-то проигнорил, кстати, очень много людей, и получается, я думаю, что очень будет много людей на замены, кто будет не попадать. Хотел спросить, второй рейд, есть такие, кто хочет, чтобы у нас было два рейда ульды, допустим, ну и в будущем будет не только один рейд, хоть мы и ДВ гильдии, но, скорее всего, время будет не вечернее, а то же самое. Типа, ну, сейчас. Как вариант, смотри, из серии... у многих есть твинки, то есть многие, допустим, кто не попадает, они, блядь... Хотя я всем говорю, что, мол, да, приходите, даже кто не попал на РТ, оставайтесь, блядь, в рейде, будьте на замене. Даем же фулл ЕП за замену, ебать. То есть, блядь, ну, то есть вы сидите, получается как, люди приходят, они не попали на РТ, ебать, и просто все пропадают. И съебались, нахуй. То есть людям похуй на ЕП, похуй на приоритет. То есть, блядь, ну и они уже оставляют, нахуй, впечатление о себе не очень, что, блядь, то есть им похуй по факту, ебать, на рейд. И чтобы такого не было, вот этих замен, типа, ну, может быть, второй рейд вам нужно сделать. Но я говорю сразу, сейчас, если мы это решим, мы это попробуем. Я соберу второй рейд, не проблема. Но если я, блядь, не доберу его, то это, блядь, затея мертвая. Фоканах. Смотри, Саня, надо просто изначально будет сделать так, я уже об этом тоже думал. Ну вот, например, если ты говоришь, мы будем ходить субботу-воскресенье, ну, например, суббота ульда, воскресенье, пошли там ики и все остальную херню, то надо, например, там или на понедельник, либо на вторник, либо на среду писать эту вторую льду. И надо ее писать заранее. То есть, например, вот неделя началась, четверг, мы сразу расписание написали в календаре, то есть на неделю вперед, и чтоб люди понимали, знали, то есть, например, там вот те же там столовка, я, Слава, у которых людей сменный график работы, то есть я, например, одну неделю смогу в субботу прийти, другую неделю не смогу. Угу. И вот мы тогда будем уже как бы под этот момент подстраиваться под остальных людей, то есть это будет понедельник, вторник, либо среда, чтобы мы ходили тоже в ульду, просто, фармили, соответственно, ЕП и шмот и все остальное. Да, фигню. Просто... И это будет профит для тех, для таких, например, как ты и Суф. Один ходит в один рейд, один ходит во второй рейд, чтобы осколки на Волонир фармили разные люди. Ну, чтобы не было этой хуйни. Просто у многих в гильдии одеты твинки, да. И то есть то, твинки плюс те, кто не попал, я думаю... Ну там рейд будет не слабее. Чисто теоретически, да, собрать можно, ебать. Даже похуй, с учета там доберем, там мы 2-3 пуга, не суть, важно. Вот, то есть попробовать можно. Я думаю, с этого КД... Я попробую собрать. Возможно. Посмотрим завтра по составу, если прям будет овер дохуя замен. То есть, окей, мы соберем. Мы как-нибудь скомпонуем рейд так, чтобы типа, чтобы второй рейд тоже был по хилам балансный. Кого-нибудь, может быть, из мейн ребят, которые типа смогут прийти во второй, мы отправим, допустим, на замену или отправим отдыхать, чтобы они пришли во второй рейд. Окей, это не суть, это чело, но еще завтра это мы разберемся. Это мы обсудим. Так, еще что я хотел обсудить. А, вопрос. Тот же, ебать, повторяю каждое собрание его, это вопрос описания в канале прихода на РТ. Кто, блядь, не сможет? Ребят, 5 минут зайти с телефона, даже если вы не дома. Это просто 5 отписать, секунд, да. 5 секунд, блядь, зайти и в присутствии на РТ отписать, если вы не сможете прийти на какой-то либо РТ.
Потому что, типа, ну, если какой-то, допустим, main heal, ебать, да, мне не отписывают, ебать, а потом я жду его, а он, блядь, где-то там гуляет. Я даже не знаю, будет он или нет, ебать, это нехорошо, так что... Ну, это не только хилов касается, и да, не это танков, не только хилов, это все. Образно. Просто зашли в канал, написали там свой ник игровой, если вы так не подписаны в Дискорде или еще что-то. Такого-то, такого-то числа меня не будет, или я там опоздаю на полчаса, или еще что-то, чтобы понимание было, потому что не со всеми есть связь прямая, там, то есть в телеге с кем-то списаться, или еще что-то. Потому что, да, еще есть предложение, есть создать в Телеграме группу именно... полностью, чтобы туда загнать всю гильдию и реально, чтобы с людьми была связь в плане, вот мы его не можем найти, просто банально по телеграмму позвонить, так проще с людьми связаться, чем писать ему в Дискорде, блядь, ответит он тебе или не ответит. В принципе, да, никакой в этом проблемы нету, создать эту группу. Я думаю, у нас как бы у всех телефоны, блядь, с телеграммом, они кнопочные, и никакой проблемы в этом не будет. У меня кнопочные. Мне похуй. Это желательно. Желательно человека бы назначить, кто вот этим может заняться. Я думаю, это... У меня группа есть, я ее создавал, этот... Когда мы статики десятки водили, понял? Да. Ну, я просто могу ее, грубо говоря, или переименовать, или похуй там, как она называется, займемся этим вопросом, я там права дам тебе, Егору, там, Догу, еще кому-то, чтобы все людей могли добавлять, и подобавляем просто этих людей сюда в группу, и все. Но это... Хорошо. Я больше чем уверен, что люди, которые и так ходят в рейды, они в эту группу добавятся. Кому как бы похуй, те хуи забили после того, как я прям это сейчас сказал. Только надо, чтобы люди подписались, а не вот это вот, как было, гав-гав там какой-то. Что это вообще за люди? Егор, поставь, что кара их, у нас два рейда будет в субботу, ну... Не так, чтобы типа один. Там, либо два события, либо подпиши, что два рейда собираю. Ну, как обычно. А понял, в чем прикол, Слава, этот, не Слава, Дима. Когда мне люди пишут, например, я там, блядь, например, грубо говоря, ты мне написал, это я. Я тебя к себе подписал, и у меня ты в чате пишешься нормально. А вот когда человека у тебя нету, они там как в Телеграме подписаны, там, не знаю, Вова Путин, блядь, вот он так и подписан. Бля, а там челики снизу вообще адекватно сидят? Я не знаю, кто там сидит. Кто там, Женек? Да, это же глупые вопросы, блядь, нет. Они варщика делают. Вы вообще адекватные, алё, блядь? Вы с какой-то детской собрания, нахуй, там какой-то хуйней занимались сидеть. Блядь. Чё, ебанулись, что ли, вообще, нахуй? Или вам чё, похуй, блядь? Да не, мы сейчас заходим. Да, блядь, как бы уже, блядь, сидим 10 минут, нахуй, уже... 10 минут сидим, пиздим, вы там сидите, пиздим, блядь. А вот-то... Парни, друг а вопрос, куда вы заходите? Всё, мы уже заходим. Куда? Куда? Да, вот куда они, блядь? Вопрос, куда вы заходите? Куда-нибудь, нахуй, куда бог пошлёт. Ебанулся, это серьезный, короче, подход, блядь. Так, короче, следующий вопрос. Это я хотел попросить, чтобы кому не впадло, ребята, кому не впадло, и у кого там, допустим, есть голоса, мотоп, которые нахуй никому не нужны, накидайте в гильдбанк северных пряностей и нафармите рыбки, ебать, чтобы мы сделали сразу же к next-контенту, дохуя рыбки, блядь, нормальные, ебать, не бичавские. Но у Warstyle есть там дохуища приправ, нам нужно пряностей, ну и кому не впадло, пофармите рыбки. Бля, у меня нету проф даже. Рыбу я могу пофармить. И сделать ее. Главное, только мне пряности, дайте муку эту ебаную. Да, все мы сделаем. Все, кто может, все, кто. Ну, нужны реги на рыбу с пряностями, просто закидывайте в пятую ячейку. А мы с Растаем уже сделаем все. Что не хватит, мы так. Нам покажут, что на этот. Что на обычный. А? Нет, ну, на топовую рыбку. Мы же что, мы слабенькие, чтобы будем есть со мной рыбу, ебать. Рыба та же. А? А, да, рыба та же, которая была... Да, рыба та же, там просто нужны дополнительные риги. Вот, конечно, есть еще вопросы, типа, хотел обсудить по поводу над замами. Насчет ЕП в Ульдуаре, мы же будем пульпасово делать меньше. А зачем? Меньше. Блять, мы же не будем так же 3000 ЕП за фулл рейд, ебать, на что? Какая разница? Мы просто за новый контент сделаем больше, от этого ничего не поменяется. Ну, можно за новый контент сделать так же, как в Ульде, а Ульде просто урезать два раза. Да, абсолютно, без этого просто, ничего не изменится. Просто будем сидеть, нахуй, блять, с ёбнутыми цифрами, нахуй, просто в рейде. От этого абсолютно ничего не изменится, можем срезать. Просто. Товарищ, убить. Если что, я там он положил уже 124 лосося, да, никакого. Да, вообще от души, это все зачтется, ребятки. Слышишь, все... Саня, то же самое, что просто, блядь, цифра среза можно увеличить, и все. У арта дохуя этих приправ, у него там по 300 штук. Это, да. Приправа, если что, есть. Нужны пряности и рыбы.
Вот, не, просто нет, чтобы сделать немножко баланс не ебать. Типа, ну, если сейчас у нас он для ульда, и у нас уже, типа, ну, ребят, которые постоянно ходят, у них по 17 тысяч ебать. Вот ты представь, что будет, когда будет еще добавиться. Я же тебе говорю, можно увеличить количество среза. Нет, можно просто не увеличить количество среза, можно просто уменьшить, блядь, два раза количество ЕП за ульду и, блядь, давать то же самое ВК за босса. Ладно, это, короче, это организационные моменты, это мы еще обсудим отдельно, ебать. И насчет правил там, да, будем правила переписывать. Короче, в принципе, вопросы есть у кого-то? Кого-то что-то не устраивает в гильдии, кто-то хочет что-то новое, допустим, привнести, ебать, какие-то пожелания, все выслушаем. Вопрос следующий. На этой неделе, ты говоришь, с четверга будем второй рейд пробовать собирать? Если в четверг, если да, в четверг мы пойдем первый, то в пятницу второй, наверное, да? Ну, посмотрим. Может быть и в пятницу, а может быть понедельник, вторник, среда. Я посмотрю, сколько людей придет на замену. Ебать. Ну, вы знаете, у меня два перса, я готов ходить два рейда. Сутки трое буду с сентября работать, так что, блядь. Свой график напишу, там всего лишь 7 дней в месяц работаю. Вот, я тебе говорю, тут, блядь, все нафармили по 3000 персов уже, нахуй. То есть тут можно собрать тупо второй райд одними деньгами, нахуй. И, блядь, будет не слабее, и закрыть он, блядь, сможет не меньше, чем основной. Ну, вот. Да. Бля, конечно, еще что-то можно было бы попиздить, пообсуждать, но что-то мне все башки вылетело, как обычно. Давайте собираться, нахуй. Кто там в кару, плюсуйте в гильдию, ебать, мы со столом. Саня, ты там, если шо, этот. Не торопись. В следующий раз организационные вопросы на карандаш пишите, что надо. Да, ну я назначу день, мы соберемся чисто с замами, ебать, ну и приближенными. И посидим, подумаем, как лучше сделать. И вообще, по-хорошему, надо чел адекватного найти. Чтобы он правила переписал, ну то есть, ну грамотно переписал правила, что... то есть с пунктуационными, ебать, всякими нормальными, нахуй, а не так, что типа, блядь, там по 3000 сообщений, блядь, по 3000 ошибок сообщений. Рэл, можно вопрос? Давай. По поводу, сейчас же новый контент выходит, и Ульдуар 25 будет уже, по сути, не актуален для большинства игроков, но он также останется актуален для хилов каких-нибудь, там, для Волонира, да. Поэтому вопрос, будет ли дальше ходить гильда в 25-ку после выхода нового контента, да. Или... Я думаю, будет... да. Я думаю, мы да. Будем ходить, потому что нам нужно еще забрать минимум 2 Волонира. Просто, я не буду просто людей принуждать, то есть, ну... Прям типа, что ебать, если ты не пришел, ты уебище. Не буду принуждать. По желанию, по кому-то все равно что-то там будет оттуда да нужно. Там падает хороший тренинг с Алголона, допустим, ебать. Ну и т.д. и т.п. короче. Окей, и плюс я буду давать за это ЕП. То есть, возможно, люди будут ходить и за ЕП, ебать. То есть ну, ульда никуда не уходит, я так думаю. Но, может быть, мы что-то будем проскипывать, там, хотя там ничего не скипнешь, по факту. Но, думаю, да. Думаю, по крайней мере... В ближайший там месяц, там дальше, думаю, уже со следующих контента, уже с Кар, ХМ и т.д. и т.п., там уже, да, думаю, мы будем ульду скипать уже. Но это еще далеко, да. Просто у меня у самого 13 осколков Волонира, и хотелось бы как бы на холипала собрать все, поэтому и спрашиваю я. Ну, посмотрим. Ты вроде новенький, так что... Да, я просто интересуюсь, смотрю, что... Не, мы в ульду будем ходить в любом случае, потому что волониры нужны будут еще. Сколько у вас волониров сейчас на данный момент и по осколкам у вас? Один. Ну, один у Холипала, и там у людей где-то что-то там около 15 штук, у двоих. Холидес, у тебя твинки есть? У него не знаю. Есть, да, шаман. Шаман? Хил? А, сука. Нет. Бля, а что, еще хила не делаешь? Зачем мне? Я и так Холипал в мейн. Хилить, ёбану. Это, там такая проблема, 10 человек на рейд собраны, еще 3 человека плюсанули, если еще 7 человек будет, то будет 2 рейда. Ты кто собрал? А ты что, меня проебал? Ну ты где? Я захожу. Ты заходи, я сейчас посмотри. У нас получается, типа, 14 человек, если сейчас еще желающие будут, можно еще 4-й собрать. Да, там будет как бы рейд, только нужен как бы, вот допустим, там танк, если вот этот протовар будет, я хуй знает, как он затанчит. И порассортировать. Кем так. Этот Хау, ты кем идешь? Хантом. Так, в принципе, ребят, кто типа, ну, хочет идти, может идти, я вас не задерживаю. В принципе, так, основные вопросы, что хотел, я донес до вас. Вот. Ну, главное, это не забывайте, вот, да, брать эту дисциплину, я сейчас завтра озвучу, нахуй.
Это самое основное, что хотел донести. Дисциплина. Потому что прошлый рейд это был пиздец, ебать. Не в плане закрытия, мы вроде бы все закрыли за день, но в плане вот этих нелепых вайпов нахуй и пригорания просто с нихуя, ебать. Просто вы поймите, что хоть у нас РТ сейчас, у нас есть люди, нахуй, у которых, блядь, время, блядь, ну, уже 12 час под конец РТ. И вы просто их задерживаете, нахуй. Люди хотят поспать, нахуй, они вайпаются, блядь, на Фрея, нахуй, который чилит и пуляет дерево, нахуй. Ебаные. То босса пуляют, блядь. Так, на пати. У меня такой раз. Вопрос, кстати, блядь. А чё у меня звание было раньше РЛ, а сейчас ты меня понизил, что ли? Чё я тебе не РЛ? Не понижал. Не помню. Никого не понижал. Ты половина был РЛ. Не, РЛ было переименован в капитан. Да. Нет, капитан это не РЛ. Короче, давай подсмотрим, соберем или не соберем рейд. Вот. РЛ, по-моему, подручный. В первом-втором есть люди на рейд. Ну я ДЦ могу. У меня это ДЦ может. Нет. Женек. С Эладой кто-то хилить должен. Вот он, шаман эндемик. Он, по-моему, хил эндемик. Ты ж хил? Да, он хил. Ну он в Элеме сейчас. Я так будем понимаю. Стараться вот эти такие собрания каждую неделю собирать. Потому что что-то обсудить это полезно для гильдии, я думаю. А вот так вот типа... А, и еще, ребят, блядь, чего вы в чатике не общаетесь? Чего у нас такой чат мертвый, блядь? Бля, как не зайду в другие дискорды гильдии, нахуй, там всех, всякую хуйню обсуждают, ебать. И, блядь, лично, ну, в основном все время, блядь, вживую общаемся, мы и лично, пишем. И игровую. Да нет, так все равно, чем так просто, блядь, даже просто в личной жизни что-то там, допустим, да, посидеть, попиздить. Не только по игре, нахуй. Общайтесь, пишите, ебать. Все-таки мы гильдии, нахуй. А кто это же, кто это за шаман, вот этот эндемик, это кто? Да хуй это знает. Это Квазивер, что ли, кто это вообще? Нет? А, вот это космополит, нормальный пацан. Давай, если у космополита есть Эршам, то у нас, в принципе, Эршам и Эрдру в рейде присутствуют. Да, заебись у нас. Вот, третий рейд надо наскребсти. Наскребется, нет? Четвертый, точнее. Смотрите, кто там. Омончик там просил слот, блядь. Танк у них есть, ДЦ у них есть. Им хэпала либо Эршаму надо. Вот, у Хулидеса был бы этот... Дима Эршама, он какой-то друбадур какой-то, блядь. Хули он сидит? Давай спросим. Кара КД. Хули вы ничего не делаете? Я сейчас напишу кто им. Кара КД. Ждем ответ. Там Егор пишет, он может кому-нибудь шамана своего дать. Асану Дэру идет. О, тем более, ну это если кто-то захочет. А, Антохи, да, Антох, пойдешь шаманчик? А кем он пойдет? Я через 30 минут по ремку иду. А он и ходит. Какой ремку идешь? Мне вау написал. Друбадур проходки нету, блять. Да заебал, Антоха, у тебя, блядь, РТ, ебать. Пойдем. Ну если вам нужен будет шаман, то я зайду. Нужен. Да, мы нужен, ебать. Нужен. Какой второй рейд соберите? Так это четвертый уже собирается. Тут типа, да, тут третий, четвертый. Вот, я пока на ДК прыгну сейчас. Да, прыгни. А, блядь. Типа... Давай со мной пойдешь, сейчас мы соберем нахуй пацанов. Да, мы как соберем говна на палочке. Досмотрите до этого нахуй. Досмотрителя. Да, ладно, у вас там пук дракона, люцик одеты, смекалка одеты. Вар этот, в принципе, он там не голый. Горочки да. Не данные только. Я просто с войдом хотел пойти. Да, все хотят с войдом. Это самое. Просто если я сейчас. Не хочу с войдом. Просто если. Я тебе буду поездку давать. Ебать. Просто если сейчас, смотри, если по пизде пустить вот этих 5 человек, нахуй, то получится просто 10 человек пойдут, а эти будут с пугами искать, это будет залупа. Либо пугов сюда. Бля, смотри, кого я нашел. Дед стоит, нахуй, Раст посреди Долорана. Ёб твою мать, бля. Какой дед? Ебать, я понял. Раст. Кто такой Раст? Шаман. Ну, шаман с нами ходил еще, когда Манай был. Раст, ник у него. Дед, блядь. Там. С острова Пуха соки там, с острова Триня, блядь, ебать, да, задрот, нахуй, я хуею, блядь. Там нормально, остров. 226-й лин, блядь. Шивуль поиграет еще до сих пор. Да он постоянно собирает. Он не играет, он не ходит только на РТ, и все. Так, ну, тогда его туда перекидывай тоже в шестую пати. Асус КД, да, сейчас перекину. Асус сказал, ой, блядь, то есть пук дракона это Асус, он сказал, пук у него КД, получается сюда Асус кинет. Ну так это у него танк, походу, да? А я не помню, кто это. Ну 30к хп танк. 209-й, а у меня проходку точно есть? Че за Асус, ебать, где его взять? Да пук дракона это. Дракона перс.
А чё, у него КД на сове, что ли? Ретрик попал. Да, он сказал КД. Он уже был где-то, но... Он с нами был, или в первом, или во втором рейде, скорее всего. Втором он был. А у тебя проходка-то есть? Асус. Самая хуйня, что сейчас хил нужен ДЦ, допустим, там женёк есть. Нужен хпал, либо РШАМ. У тебя 209-й пал? Ты танчишь? Он в 2 потанчит, типа. Смотри, у нас хилы есть, если дох или кто-то там на Егора шамана может зайти, то вообще отлично. У них тогда будет уже и танки, и хилы собраны, и у них получается 7 человек. Ну вы главное догрите, я зайду там. Это еще ОМОНчик просил слот оставить. Так заходите, хули слот оставить. ОМОНчик, уже ОМОНчик это кто? Это лоб. Который все время был с нами здесь. Это лоб 230. Мне интересен класс. Лок. А, ну так вот отлично, у вас как раз лока нет, вообще будет там, блядь, уже сколько? 6, 7, этот ОМОНчик 8 человек. Ты зашел? Нет, я еще не зашел, сейчас зайду. Нам нужен какой-нибудь, кто нам нужен, блядь? Милихаста есть, миликрит есть, РДД меткас есть, РДД крит есть. Я иду за батарейка есть. Че ты идешь? Иду за УД. Нам нужен какой-нибудь вообще в идеале, наверное, порога, блядь, какой-нибудь на пол, блядь, или хант. Смекалка-то есть. А, ну это он у вас. Там столовка и без. Блядь, короче, я думал, я пойду сейчас РДК покрою. А что это за жабы какие-то, блядь, нахуй? Кто это такой, блядь? Хуй знает. Жабы, ебать. Я ему написал в ПМ, не отвечает пока нихуя. Рога тоже ходил, Шиняк. Сюда Степа, ты ходил? Шиняк, ты тот? Он Шиняк. На ДК где-то там. Он на ДК вон. Он 2 минуты отошел, сказал. Блядь, что делаю? Ну нам придется пугасик выбирать, чтобы на форы. Ну а вот. Малах ходил, да? Все, да, все основные такие жесткие ребятки ходили. Че ж, Вульпа где-то на севере был или че, че он так долго не играл? У Квазивера персы есть? Квазивер и шаман есть, по-моему. Я не знаю, Малах. Наверное. Ну так я плюсуйте. Не... Игорёк, чё ты там спишь? Да. Заходите, тут не обязательно какими-то овергирными ребятами заходить. Это галимая кара и галимый ик. Там, блядь, в 215-м шмоде можно все закрыть, блядь. Когда ты проходку сделал на шаман? А, я вспомнил, все. Это же недавно находили. Сейчас зайду. Холи Дэс, ты тут еще? Овощи. Я не овощ, заебал. В любом случае, 4 рейда это будет намного профитнее для гильдии, если короче, чем 3. Ха, еще бы закрыть бы там. Ну будь ты закройте. Погибель же бьем? Я не... У кого-то есть позвать? Да, у Ауги есть. Ну все, не кипишуйте, значит. А у нас есть о кого позвать? Я надеюсь, нет, потому что я хилить не хочу, парни. А надо будет. Да а что там хилить? Одну кнопку нажимать? Цепуху потратить, да, блядь. Сколько у него? 20 лямов, да? 25. 25. А ну ты, блядь, нахуя просто? Жабы час мои, жабы, блядь. 10 минут бить. Блядь, это них вообще топовый. Жаба мои жабы. Вон, берите себе шамана, Элем или Эршам. Давай, привез. А это кто, блядь? Это я. Ага. Вот, заебись. Привез себя и хватит скорее. Ты со смекалкой идешь, да? Я не знаю. А вот это кто? Эйнард. Так, я охну сейчас, Адона перекину. Это ты, Егор. Антон. Егора шаман, вот этот, который сейчас офнулся. А вот этот, который Мирана, это Квазивер. Это да. Его к вам нахуй, бля. Давай к нам его. Нам хули, нам, блядь, два этих трепета вообще заебись. Ну, два тремора заебать, а вам одного хватит, бля. Хотя, стой, хотя, не, хотя, а он Элем? Мирана Элем? Не говори ничего. Элем и Эршам, без разницы. Не говори, я котлета на палочке. Нас друидов нет. Поделимся. А Эмик Элем? Нет, или... я про Мирану.
Нет, я говорю о эндемике Лем или Лем это. Ой, или. Это Эршам. Эршам. У нас Эршам Эрдру хилят. Отдайте нам Элима обратно. Да у вас и так они, блять, оба. Дайте тотемы нормальные. Батя Горыч, как у тебя он называется? Инарк? Есть у тебя сестра стая? А, вот. Стая. Есть, я думаю, перекидываю просто. О, нечаянно сова, да? Да. Да. У нас по бафам весь первый рейд, вот до 10, первая, вторая партия. Там все есть. Мили хоста, мили крит, РДД меткость, РДД крит, гера, все есть. Кто нам еще нужен, нахуй? Где там люди, блядь? Нам нужен любой, блядь, похую кто. Вообще в идеале Пханта или Рога, но, блядь, нету. Ну да, было бы неплохо. Потому так, что ладно, столовка, столовка, блядь, ну, АУЕ хуёво агро держит. Потому что это ДК, блядь. Ну подожди, пару секунд, хули. Аугу спекнем, нахуй, второй на трэш. Можем трэш зачистить и похуй, а потом уже это. Нет, ты не понял, тебя спекнут чисто на трэш. Кто, кто нам нужен, Антония? А я не знаю, подожди, у меня фреймов даже нету. Ну у вас ДЦ, ШП есть, то есть РДД меткость есть. Кто Лем у вас есть, у вас, ну, у вас ДЦ токсиген. Ауга, тебя ж только на трэш просят. Шо, блядь, у него ДЦ? У него есть ДЦ одетый нормально. Такой вопрос, хилить он умеет? Умеет, он с нами когда-то ходил в ульду хилил. У вас РДД меткость есть, РДД крит есть. Вопрос в том, что нету мили крита, но он вам, я так понимаю, судя по вашему пати, как бы и нахуй не нужен. Байера не нужен, нет. Это Байера. Сейчас. Ебать, а чё за слуги вот эти комнатные слуги нахуй? А, по всему Каражану обитает множество опасных существ для призыва босса. Комнатах слуг необходимо убить присутствующих существ. Подожди, а Мончик где? Я уже доношу вас палец. А Мончика нам, да? Да, но да, да, да. Я да, поставил это... в Долоране портал в Каминор. Пойдемте со мной. Пойдемте. Че, Рогу поищем с Солчата или что там? Кто там на Роговский эндемик и пал, да? На Роговский токен. Пошли артстайл со мной на сон. Сейчас я пробегу, я бегу лук. Улетели уже? Да. Ну, с уманем сейчас прибежу. Бля, кого искать-то, я что-то вообще не... У меня сейчас пока спек, короче, который более-менее там держит АУЕ, но Вара все равно надо будет на трэш спекнуть. Зачистить трэш, потом я спекнусь в гибрида и уже нормально заебашить боссов просто. Нам похую тогда кто. Если у нас будет второй танк на трэше, то никаких проблем с этим не будет, поэтому нам любого ДД. Ну чё, давай пересобираться, да собирать по одному ДД, или пока так посидим. А Верен ходил уже своим варом? Чё-то не замечал. Ходил. Ладно, давайте, короче, разделимся. Вот. Это свою пати перекидаю вниз. Первый рейд прессует Войду. Не, мы так и остаемся, они пускай ливы. Я пассай схожу. Короче, прыгайте вниз. Той пятой, шестой пати. Че, пугу будешь искать? Ну сейчас, если никто не раздуплится, тогда пуга будем набирать. Че, Рогу, да, короче, еще? Ну да, в идеале Рога. Во-первых, он на, там не будет на токены, на те, что нам нужны при четвертом. И шмот, он как бы не, никому не нужный будет ролить. Угу. Там потому и ладно, что даже если из серии какой-то кольчужный шмот хороший, то он из себя может его артстайл забрать на Ретрика. Выпишите тебе unroll, все, и все. Че, надо писать один unroll? Конечно. Если что, что-нибудь имбовое заберем. Только лишнего в дискорде не пиздите, если что-то какая-то будет информуля, то просто в гильчат пишем и все.
По бафам у нас, в принципе, все есть. Единственное, что это, да, на пул, блядь, нужен, и все будет красиво. Заебало гавкать нам. Ну, у этого, у этой жабы, блядь, кара на КД, а их без КД. Может быть, потом. Молодец. Пойдемте, вынести я шкаф поставлю. Тебе здесь, погляжу, вообще все надо, да? Да. Все, им слот один добрать, и нам один слот. А, пиздец, непривычно с одной одноручкой. Ой, а куда, ручкой, блядь. А куда они ушли? Они в каком дисе? Или что, они в каком-то скрытом канале, что ли? В латентном. Я так думаю, ребята, что времени не терять, давайте-ка трэш потихоньку, понемножку агри, чтобы мы потом не тратили на это время, потихоньку бьем. Бля, вы можете дать нам аугу? У нас варп, бля, замыт, у себя ПК сидит. Чтобы в смысле, он... ауга на месте? Чтоб потанче у нас там. Так, на да, время, тут, что ли? Да тут-то и столовка вытянет, блядь. Нет, чтобы не, ты я... у нас потанче, в рейде, у нас вар, который должен был танчить, там, замыть у себя в 10, ебать, и сидит и ПК что. Дурачок, наверное, какой-то. Ну, блять. Еще говорил, что не деревянный. Угу. Че, в каком-то скрытом канале сидите? Нам либо пугай искать нахуй танка, что очень печально. Ну я тоже танк такой. Ну давай артстайла с Асусом, с Вишнем, на Асуса вам артстайла танка и все. Давай. Алло, на артстайле не артстайл. Тут я на тервеке сижу. А ты не танчишь, ну, да? Не, не танчу, но я могу потанчить, я умею. Хули там просто танчить? Просто тут панелей нет. Ты уверен, что ты умеешь? Ну я-то умею, но тут панелей нет. Я так что? У вас этот что, не потанчит Asus этот? Ну у него, ну сейчас смотри. Asus, кстати, танк же есть. Давай обратно. У нас там прот есть. Обратно тогда. Мы ж так и развалили, что не два танка там. Ой.
Че, тебе никто не отписывает там? Блядь, ну он говорит, я хуя вот там. Типа такой, ну, бомженький. Ну хоть чьи-то там, короче. Я рогу нашел. Ну меня и тогда артстайла с этим спало местами и все, и погнали. Артстайл, бля, а ты уверен, что теряки танчат нахуй? Я сейчас орать на нее буду, пока да. Ну я ж тебе поэтому и говорил. Ты танчишь артстайл? Конечно. Все, давай, я в тебя верю. Меня местами его. Все, тогда ливайте. А мы будем этот сейчас суммоне трогу бафаться и погнали. Так, сейчас. Короче, это трога нормальный челик. Так что надо дискорд ему дать троги, да? Угу. Смотри, он как в чат пишет, что хотел. Сука. Сними, пожалуйста, столовку. Пиздец. Опять пиздец, ебать. Да я заебался по КД в страхе бегать, нахуй. Да надо это, сейчас шамана перенесу, будет закончиться. Это просто пиздец какой-то, нахуй. Станы, страхи, станы, страхи. Просто по КД, нахуй. Мы в каком канале сидим? 10.3? Так, рогу я перекинул. Давайте трэш добьем, шкаф поставим. Короче, сейчас добьем. Тыкайте шкаф. Я тебе Кирилл Орелла скину. О, ну там это... Ну сейчас, в принципе, коней немножко осталось. Шамана перекинешь на время, чтобы он столовки давал трепета. Бать, какой у них сложный. Данж мастер сложный. Пиздец для меня, да, нах. Так, давайте бафы раздавайте, то тогда этот. Это у нас кто на этом? Ну, подожди, я что-то, блядь, запутался. Ретрик. Погодите, чел на варе просидел в рейде, бай хуй знает сколько, а потом такой пишет. А, у меня КД, говорит. Хорош, блядь. Так, а подожди, а вот этот Асус, это чей паладин? Пуг дракона. А, пуг. Да, ты всем каски, ауга пускай АП кричит. На пул, на столовку, это у нас МТ, звездочка на нем стоит. Все, давайте бафчик. Рыба есть у кого-то? А, я могу ставить, ставлю. Кирилл, рога интересуется, анролл там на кого будет?
Ну это Т4, наверное, на кого-то, да? Ну не на рогу. Ага. Кинжал у тебя заберем. Чисто это. Разденем тебя и изнасилуем бандой, блядь. Короче, гильдия на Альянсе North Mythology называется. Я там ренегатом. Если у тебя ренегат, туда можешь вступать. Ну, хотя, типа, сам выбирай, какую гильдию, но я там играю. Так, проверяйте бафчик, чек даю. На присутствие, на всю хуйню. Тремор по КД. Так, сейчас я ему хожу. Бля, хоть убейте, блядь. Сука, нихуя пока не умею тыкать на армсе. Армс говно, там две кнопки жать. Да вот что-то мне тут, блядь, объясняют, ебать, кровопускание, смертельный, овер, блядь, быша крутить, рассекающий, ебать. Ну быша крутить не надо, надо вкачаться через жажду, тут быша тебе нихуя не даст. Потом сначала сокрушительный бросок, чардж, блядь, героический, блядь. Учись на трэше, не заебывайся. Чё? Да, поехали. Переешь рыбу. Чё? Другую поставили? Со специями поставил. А, хорошо. А какая со специями? Она написана. У меня не показывает что-то. Которая ближе которая к тебе. Которая слава ты стоишь. Ага. Все, поехали. Поели рыбу, поехали. А рога на пул по КД даст? Да, ну, рога на пулевой по КД. Я потому что спек поменял в этот, блять, в соло таргетный, нахуй. У меня тут платный. Ладно, пизжу, что-то правильно нажимаю. Бля, на коня бы метку поставить, через какого играть. Да похуй, кливаем все. У нас все, кроме армса, кливают нормально. Крепит. Поэтому можешь лучше спекнуться фурикой, будет миликрит, будешь шапать ретрика еще. Ага, уже все, нет. У меня три спека, все заняты. Вот так было... нахуй с Женьком повелся, ебать. Ну, да. Армс без топора это чистая хуйня, то что ты ну через вот надо чем-то... здесь выбить, надо здесь выбить. Ну, так, может надо было, когда выбьешь, делать спек, или я что-то неправильно делаю? Ну, там, бля, по факту, что только 5 крита, да, добавят мне. От пухи. Кирюх, он просто что-то знает, чего ты не знаешь. Ну, просто 5% крита добавят от пухи, бля. Ну да, это дохуя, я согласен. Хули, он говорит про себя только. А так у Роги и у Ретрика нету миликрита. Аспека тоже больше нет. Пойди сделай, мы тебя присумолим, в чем проблема. И вот то, что тебе Женя говорит, сразу можешь на 8 делить, потому что он такой, мягко говоря, ёбнутый. Ну тогда, блядь, мы я рейд собираю в льду, блядь. Он мне говорит, все, я теперь не фрост, я теперь анхолик, блядь. Я говорю, я понял, а кто будет мели хосту давать, блядь? У нас тогда, блядь, танчил срез, их тут еще, ну, типа, не было ДК, блядь. А как проститутку гоняют. Тремор ставьте обязательно. О, бля. Пошла вода здесь. Горячая, блядь. О, давай, лужи сыт. У меня ж такие же. Ага, что-то подожди. Сейчас откатится на пул сразу на пулевой. Подожди, у меня что-то зависло, нах. На пулевой на него. Я что, разлил лужу?
Да. Ага, у меня нахуй зависшее все стоит. Ничего, развисаем. Ебать, ох, что происходит? Ауга в армсе потанчит. Давай, щит одевай. Одел. А хуй, блядь, все сбилось, блядь. Давай, Дима, раздупляйся. Шо у тебя там такое, блядь? Стараюсь. Сейчас разъебем прежде. Напуливай повторно, не стесняйся. Триксуй просто по КД. Что там чистим? Да. А что лучше, дробяшка или топор? Топор. Сука, а в молоте нарубят дырок побольше. Молота у тебя еще нету. Не, ну я так вообще на будущее смотрю. В шейме тоже три дырки. Ну это уж слишком далеко заглянули. Давайте, отпивайте ману все. Слава, подиспелишь там тогда? Проклятие, я не могу диспелить. Это друиды, маги. Ну, значит, друиды, маги. Иршам может диспелить проклятие, Эрдру может диспелить. Иршам может, если это лад вкачал. Ауга, что там у тебя? Все, не, все нормально. Пуляй. Блять, муха доебалась. Ебать, там Last Legion уже, этот The Last Legion готовится к магику Грулу, пацаны. Там типа ульду не убивают фул. Они готовятся, блядь. К чему, блядь? Лохи Лгалуна убить не могут, блядь. Они Фрейю убить не могут. По бычке. Далеко стоит. А чё без гиру? Чё дайте гиру. Что там жалеть? Запы упадите. Мне кольцо надо с меткостью.
Я, кстати, одел 4Т9, короче, крит упал, но у огненного шара апнулся процента на 2 где-то. 5. Нет, нет, нет. Понимаешь, ты когда голову и грудь убираешь, допустим, да, критовые, у тебя общий крит падает. Ну, я тоже убрал. У меня стоит офсетом штаны. Я да. Перебился. Я сделал себе 500 хост. Потерял крита, но у меня ДПС вырос на 2К. Серьезно? Да. У меня до этого бурста в 11 не было на маге. Нихуя. Я в РБК на боссах под всеми своими бурстами на выходе даю почти 9. Ну там, наверное, тоже смотря на ком. На всех. Ну, бурст бывает 13. Ты скорость чем набирал? Я с этого и шмота делал. Голову, перчатки, запы. Сука, запы да не те. Кольчужные. На руку перчатки сочные, очень. Блять, я застрял. Жирные. Так, на руку перчатки сейчас... прям сексуальные, блядь. А чё, верх собрал? 2-4? Не. Охуенные, у меня такие же, только тут плюс сакет целый. Да. Это аналогичный шмот Ику, только тут на одну... много в каких шмотках, на один сокет больше. Надеюсь, никто сейчас не сдохнет. Стойте тут потихоньку, столовка в один, напуливай по КД на него все паки. Все, иду. Там кто-то бегает, или маг, или друиды с ними, чтобы проклятие сдиспорить. Бывает, проклятие вешается. Смотри, я одел, получается, Т9 голову, я одел Т9 перчатки, я одел кольцо хаст критовое, я одел хаст зап и хаст хит. А, и спину обратно одел хаскрит, которая с ивента. Косты там по возможности им сбивайте, можете не стесняйтесь коровки мост, этот трассовый подкидывать. Это кратно ускорит их убийство, потому что они хилятся. Я еще подохуел от троги, когда сделал себе на руку спек гибрид через яды, бля, через мультика комбата, блять, на трэше, на скелетах. В алкидонских гробницах, или как он там называется, 67к бурст, типа, нормально, че не, блядь? Чего, блядь, 67? Ну там ты стоишь с двумя Т8, понял? Веер клацаешь, он у тебя без остановки, у тебя энергия все время есть, понял? С тем, что у тебя талант еще вкачан на реген маны, жмешь шквал, и просто с инвиза, когда открываешься, блядь, у тебя еще на 30% энергия быстрее регенится, понял? И, блядь, ты стоишь просто 15 секунд без остановки VR клацаешь, ебать, просто блядь, пизда нахуй. Я у Тинлау подсмотрел, я охуел. Он 100 с чем-то, блядь, этот бурстил. Символ ставишь, еще понял, чтоб у тебя VR на 20% сильнее бил. И просто пиздец. Рога становится машиной, нахуй, на трэше, блядь. Ну вот я сейчас спек поменял, ничего так, да, с напулом? Ну, вроде не срываем, да. Мне Мишка нравится танчить. Ну, Мишка 2Т4, вообще тут очень круто. Там рогу не убейте пока. Да не, все нормально. Че, опять будем скипать это? Кого? Оперу и прочее. Слушайте, смотрите. Нет, мы будем на фул убивать. Ну, в смысле, сначала пойдем там Т4. Да, мы будем на фул. У нас нету таких тут людей, прям, которым вообще нихуя не надо. У нас такой рейд. Тут только ауги или кому? И то тебе пацаны, топор. Бежим, 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 пойдем, бежим, нет. Бежим, бежим. Валим, валим, валим. Лужу дай на ходу, Миша, чтобы они пробежали. Заходи быстрее. Как лужу дай прям сейчас, чтобы на ходу бежали, на тебя агрились. Подчинение на мне. Не кливайте, блядь, сейчас меня убьете. Разбежался еще на тебя. Ауга тебя не любит, видимо.
не зыбку прожму нахрен. Лужу надо было насать в начале коридора, блять, а не когда мы уже сюда спустились. Они все были б на тебе, никого не били. Два пака, короче. Грипни моба снизу, того на шамана бьет. Вижу. Бля, Аса, зачем ты мне забил, говоришь, нахуй? Я сегодня, блядь, арбузы нажрал сама. Давайте только погибель сразу убьем, потому что потом... Убьем, убьем. Все, подымемся, наверное. Да, в угол туда забиваемся. Бафчики дайте там на ходу. Касочку, пожалуйста. Полок. Ну это смотрю, я на боссе в 7 с копейками там до локом, который, блядь, по факту одетый половину шмота с Накса, блядь. Типа 13-е плечи у меня, блядь, жезл 200-й, блядь. Остальное чисто дерьма, блядь, типа нацеплял тут больше половины. И он дает 7200, а если его одеть, блядь, 235, сколько он будет давать, блядь, 12? Не, нихуя. Десятку. Ну, с новым шмотом, там, апнется где-то, наверное, в 300, а то и в 400 СПД. Потому что там у меня в половине шмотов сокетов нету, блядь. Да локи уже с 210-го, по-моему, начинают очень круто наваливать. Как и магия. В 2Т4, конечно, будет вообще сочно, особенно что у тебя будет 3 стрелы хаоса, блядь, это сильно апнет ДПС. Сразу напуливай на него, как откатится. Жарим, дай в одного шип, который вдалеке стоит, хилит. Он же нежить. Блять, заебал эта хуйня, что он не работает, блять. Он нежить не дает. Ты. Паладин может сап дать или фиг. Или приса шапить. Жарит, жарим конкретного. Так, что там у нас оттуда теперь, да? Уразяка-музякама. Войд, а вспышка срабатывает раз в 45 секунд или раз в 90? 45? Пиздец, блядь, она охуенная. Ой, блядь, бутылку на бутылку посадили, ребят.
Сука, где эту хуйню все отключить? Ой, блять, а угу зажарить сейчас. Ну все, рыбку проебали. Сейчас поставим. Я выживу нахуй. Тут не добит, я мог бы, давайте зайдем лучше. Какой-то моб там с боем, что ли, стоит. Где? Они вон стоят, там дрочат. Они тут, на этаже сам. Рыба. Ешьте рыбу. А уго же жмот. На ауке стоит все. Тоже начинать фармить надо, наверное. А сколько рецепт стоит ЖВЗ? 50. Когда успели вообще фармить? Да, там... давно уже, блядь. У меня уже 30, у меня уже 14. По 14 в день. Ну, 3 дня у тебя рецепт, блядь. 4 получается. А РБК уже, блядь, завтра неделя будет как. А, соответственно, у людей уже должно будет 70. Я думал, где-то дня 3 прошло. Бля, ебать, а было бы, конечно, было бы, конечно, классно, если бы они запустили NPC, как только выйдет. Грул магик, чтобы можно было себе Т4 просто купить. Да, чё, согласен. Их не будем трогать? Алло, с правой стороны вот тут становись, вот тут, вот тут, вот, где я становлюсь, и тут босса танчик. Сейчас, погоди, я спекнусь только. Такого только не будет. Его, кажись, только целка впустят тогда. Не, они как выпустят грул магик гир, тогда запустят. Ну там будет за эти, за значки вот эти запредели, да? Угу. Ну было, да. А мне 4? Кажется, или там 3 моба стоит с ним? Там все, что хочешь, можешь покупать, и можешь купить даже печеньку, чтобы попнуть 260. Все, пуляю. Давай чекну. Мне кажется, там или 3 моба всего стоит. Какая нахуй разница, 4 стоит там. 4? А, точно. Давай, пуляй, отводи сюда в сторону. Горохом стрелим в него туда, лужу потом тут нальешь. И сразу на пул. Горохом. Да, блядь. Я гороховый нахуй чел. Чего гир? Стан на мне. Стан с него снимай. Асус. Обезьян. Без оружия. На пуле он на него веером.
каждый раз, как Мороз выходит, напуливай. У него агро в ноль скидывается. Там паралич какой-то кидает, мудак. Он не скидывается. Диспельте, диспельте. Бля, как же заебали этим без оружия. Диспельте. Паралич на тебя тоже кидает, ау. Да на меня только без оружия, блядь. Я тут полбоя стою без оружия. Mm. Ну я его специально с тебя не забираю. Что, он больше не будет исчезать? Нет. 30% и все. Сука, говно дает. Пол это говно вообще. Лут. Пояс на танка, в принципе. Я возьму, но если никому не надо. Бля, я не буду брать его нахуй. Пизду. Поехали, Слава. Вы это Слава, говорю. Дима. Кто, блядь? А, сверху спускаются бабушки. Здесь стоим, тремор поставь и напуливай сразу на него банду всю. Блядь, это, наверное, зря подошел я. Очень зря. Скинь бомжей с толоком. Да-да-да, сейчас, только даже секунда. Секунды да. Нету, мы уже умираем, блядь. На них небес там крути по КД. Кот, а, подожди, у меня, по-моему, на локе есть живс. Есть. Дорого джинсы собрать. Где-то 1007-8, наверное, я не помню. Да, хилы, держите петухи. Меня, вот, прям, блядь, помогайте им подхиливать хила. Снизу петухи, отойдите от АВЕ. А какого хера снизу? Откуда пришла куча? Я не знаю, откуда пришла куча, я не пойму, нахуя ты бежал вперед. Мы поднялись вот тут и стали, нахуй туда дальше идти. Где ебешь, нахуй, ну пиздец. Да это снизу пришли, кто-то бежал, нахуй, и запулил, блядь. Подымемся, сейчас туда на лестницу Джиса поставлю.
Как, блядь, можно было вот это запулить? Как можно было вот этих пидоров запулить? И нахуя самое главное? Там кто-то за этим, за Ладомиром бежит. Жарим, ты тут? Убейте моба вот этого быстро. Я тут, тут. Чё такое? Да. Ты Дживса не ставил, Рога? Давай я поставлю, если что, потом ты поставишь. Дживс вот стоит, ремонтируйтесь, кому надо. Рыбу надо похавать. Ешьте рыбу, раздавайте масбафы аккуратно, лишнего ничего не агрите. Играйте поосторожнее, то рыбный спир проебывайте, он, блядь, 1000 рублей стоит, нахуй. 1000 голды. Угу. Дайте лапку. Каску. 134 уже? Я только что выставлял 175. Серьезно? Охуеть. Но у меня голды в этот раз нету цены на нее подымать. Блять, пиздец. Надо это... Видимо, придется мне это делать. Всю скупать? Ну. Отосилишь. Ну, смотря сколько, но у меня 44 косаря есть. На рыбе поднял же. Сколько поднял? Ну, получается уже 34 тысячи. Вот тут стойте все, вот в начале лестницы, в конце, точнее, лестницы, столовка. И вы подводим оба сюда, лишних не цепляйте. Ну, тех сагрели, которые ходят по той стороне, вот они какого-то хуя агрятся, смотри. Звездопад. Ну, в принципе, это не страшно. Там же не пачка из 10 мобов. Да похуй, ничего страшного. Давай, ну, запуливай, заводи сюда за угол. Вон тех? Да, пака, це один. За угол сюда, видишь, чтобы они кучно стали. Да не туда за угол, блядь. Да, они и так вот кучно стоят, попал. Ну, походу, в Африка прыгать, просто семкой хуярить его, и все. Мне кажется, одного человека сгорит тут, блядь. Помогите. Бля, я стараюсь. Ретрик, Ретрик тоже можешь там, он там моба выдергивать на себя. Столовка, отходи сюда назад. Видишь, мобы сюда к нам бегут, не? Вижу, вижу. Пух, там гнев крути, пока ДТ тоже, блядь.